Ну, здравствуйте! Сегодня я хотел бы вам рассказать про хула-хуп для девушек. Вот такой фирмы Stingray. Вот такая у него коробочка. Очень удобная, выкидывать ее не нужно. Тут информация, функции, сжигание жира, массажный эффект. Там тудым-сюдым, простота сборки. Картинки одинаковые. Тут есть про нее информация, артикул. Материал. Полиэтилен, силикон якобы, но силикона здесь нету, честно говоря. Вес изделия килограмм 250 грамм, 64 массажных шарика, диаметр 110, ну тут он двух, может быть, диаметров, чуть больше, чуть меньше. Это вот из 8 частей 110, и чуть он будет меньше, если из 7 частей собирается. Производство Южная Корея. Вещь как бы неплохая, давайте распакуем, посмотрим, как это будет выглядеть. Так он выглядит внутри. Все уложено аккуратно. Розовый и внутри голубенькие такие. Собираются они очень просто. Давайте будем собирать. Здесь есть вот такая скобочка и пружинка. Принцип очень простой. Здесь отверстие и больше ничего. Вот такие шарики. Они пластмассовые, конечно, никакой это не силикон. Они крутятся. Но это не силикон, это пластик. Все это чушь. Нажимаем кнопочку. Защелкиваем. Все, деталь готова. Вот так это будет выглядеть. Собираем теперь в большой предмет. Вставляем через одну по цвету. Сейчас я соберу из 7 штук, не из 8, чтобы вы увидели разницу. Это удобно. Давайте мы уберем коробочку. Вот так это выглядит. По размеру он ориентировочно. Вот такой, довольно-таки немаленький. Удобная вещь. Круг получается, то есть не косит ничего, ровный, нормальный, полноценный круг. Не овалом там, не как-то. Так, вот при такой, при 7 кольцах, высота у него будет, так, где-то, ну, ориентировочно 88, ну-ка повернем по-другому. Да, 80. 8 сантиметров, почти 90 при 7. И давайте вставим в него еще одно дополнительное колено. Теперь это выглядит вот так. Вот сейчас я уже вставил 8-е колено. Выглядит он, вот смотрим относительно меня, уже гораздо больше. И проверяем высоту. Как заявляет производитель, якобы диаметр будет 110 мм. Но вот я меряю, и 110 мм здесь нету. Здесь метр. Они соврали. Это, конечно, не критично, но на 10 сантиметров. Но больше он и не нужен. Иначе это будет перебор. Ну, в общем, я считаю, что здесь 110 нету. Я могу быть неправ, но вряд ли. В общем, метр. Либо около 90 при 7, либо метр при 8. Вещь очень удобная, очень простая в сборке, в разборке. Подойдет как... Да любому подойдет, и ребенок его соберет каждый абсолютно. Тут даже ума вообще не надо, чтобы его собрать.
Так что вещь хорошая. По цене она в районе 1000 где-то стоит. Где-то, может быть, и можно за 800 рублей найти. Но в среднем в районе 1000. Вещь рекомендую, хорошая. Пользоваться можно. Единственное, что, чтобы его крутить, нужно будет на пояс какую-то ткань наматывать. Шарф или какую-то плотную кофту. То есть, для непривыкших людей он будет... В общем, больно будет, так скажем, крутить его. Из-за того, что вот эти пупыри, массажеры сами. Поэтому об этом нужно тоже подумать, будет учесть. Чтобы не было синяков у женщин или у девушек. Поэтому вот так вот. Если видео было интересным, полезным, ставим палец вверх. Подписываемся на мой канал. Делимся данным видео со своими друзьями. Все, всем спасибо, до свидания.